Скажите, вы слышали что-нибудь про дату 5.11.2017 года? Нет. Про революцию не слышали? Нет. Четвертое или пятое? Пятое. Пятое, нет. Ничего про нее не слышали? Нет. 2017 года? Нет. Через год. Вот. Нет, не знаю. Не знаете, что произойдет в этот день? Нет. А что? 5.11.2017 года? Нет. Ничего не слышали? Про революцию в России ничего не слышали? А, конечно, слышал. Слышал. Даже у меня есть приятель, такой режиссер Сергей Дебежев. И он снимает фильм, посвященный этой рубежной дате. И он говорит, что это будет какой-то очень переходной, какой-то рубежный период. И появятся какие-то новые смыслы. Он не сказал, почему он так решил? Ну, потому что он давно этой темой занимается. И пора уже, наверное, расставить какие-то точки через 100 лет по поводу этого. Потому что достаточный срок, понимаете, прошел. И как-то эта эпоха уже определилась, и пора ей отвести какое-то место в истории и двигаться дальше. Про революцию вы имеете в виду? Да, ну вот через год. А, как через год? 17? В 2017. А, 2017. Что будет? Ну, 100 лет будет. А еще ничего больше не будет? А что еще будет? Не знаю. А что будет еще? Вот вы мне скажите, я даже... Мы вот не знаем, мы у вас хотели уточнить. Через год. Что же будет в 17 году? 5 ноября? Ну, у нас теперь этот день, как его, объединение наций или что там? А я не знаю, да, какого-то единения с кем-то. Да, единение, все. Больше ничего не могу сказать. Значит, будет столетие после, ну, там 7 ноября, а тут 5 вы говорите. Ну, не знаю. Нет? Вообще ничего. Ну, сейчас не вспомню просто, как-то вы меня врасплох застали. 5.11, месяц 11? Да, ноябрь. 5 ноября 2017 года. А, что-то такое. Царя убили, что-то, нет? Не в курсе. Не слышали, да? Нет. Нет, ничего не слышали. Я, по крайней мере. Нет. Вообще ничего. 5.11? Нет. А что должно произойти? 5 ноября. Я только знаю 7 ноября 2017. А, 2017? Через год. Нет, не знаю. Ничего не слышали? Ничего не слышала. Нет, ничего не слышала. Нет. Скажите, имя, фамилия Вячеслав Мальцев вам говорит о чем-нибудь? Нет. Кто это такой? Я не знаю. А вы канал «Артподготовка» никогда не видели на Ютубе? Нет. И не смотрите его, да? Ютуб смотрю, канал этот не смотрю. Хоккеист? Нет, нет. Не знаете, кто это такой? Нет, Мальцев нет. У Мальцев достаточно распространенная фамилия Вячеслав. Нет. Канал «Артподготовка» не смотрите? Нет. Футболист, по-моему, или хоккеист. Ну, я уж старая, наверное, не помню. Наверное, или Вячеслав, или... Нет, наверное, все-таки... Или футболист, или хоккеист. Мне тоже ничего не говорят. Вообще не знаете, да? Канал «Подготовка» не смотрите? Нет, я не смотрю. Вячеслав Мальцев? Нет. Не смотрите канал «Артподготовка»? Какой канал? «Артподготовка». Смотрю, нет. Нет. Нет, первый раз слышу. Кто это такой, вот вы не знаете? Ну, может, какой-то общественный деятель, я не в курсе. По-моему, это футболист, да? Так многие вот говорят, наверное, да. Ну, я футболом не интересуюсь, но, наверное, это футболист. А вы не смотрите канал «Артподготовка» на Ютубе? Нет, 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 не смотрю. Ну, я ее слышала, но я не знаю, кто это. Кто это такой? Вот вы хоть предполагаете? Нет, наверное, какой-нибудь революционер. А где слышали? Не знаю, просто слышала. Ну, знакомое что-то. Где, в телевизоре, в радио или где? На заборе написано. Может быть, по телевизору. Ну, тоже вроде по телевизору. Поскольку я телевизор не смотрю, так что, ну, где-то-то слышал. А давно? Точно не могу сказать. Ну, там месяц или год назад. Ну, примерно, может быть, полгода назад где-нибудь так. У меня Мальцев в лагере был.